вот это настоящий вход в Тульский Кремль. А вот это, естественно, новодельный вход. Почему он так закопанный, непонятно. Никогда не бывает в России фундаментов из кирпича. И вот этот был вход или канал. Не знаю, для карликов сделано, что ли. Я даже не пролезть не могу. Башня Кремля Тульского. И вот эти бойницы целятся прямо в землю. Потому что вот здесь вот уровень земли. То есть, ну, закопан на 2,5 где-то метра, на 2. Кто его закопал? Бойницы Тульского Кремля закопаны в землю. Вот уровень земли. И стреляют они тоже в землю, эти бойницы. Забавно. Кладка очень необычная на самом деле. Камни подобраны прямо это любители полигонической кладки. Кирпичи все разные, все с какими-то зацепиками. Забавно уложены кирпичи, не кирпичи, а белые камни вот эти вот. А кирпичи клали сверху люди, не понимающие вообще, что это за камни и почему они неровные. Они просто складывали, и вот такими волнами получалась кирпичная кладка. Кирпичи довольно-таки свежие. Вот очередная бойница, закопанная в землю, стреляющая тоже в землю. А вот здесь, скорее всего, был проход, и он вот там глубоко внизу. А вот все вот эти кирпичи, уложенные просто обворожительно, поражают вот эти вот камни с вот этими вот просечками. Что это такое, трудно объяснить. Как будто в кирпичах какая-то была машинная обработка. Блин, все это напоминает какой-то новодел заводской. Все эти следы от пил. Это вообще какая-то ерунда. Что это за зубцы? Такое ощущение, что это даже не как. Загадочные русские тульские жители, которые строили этот Кремль. Как вот эту башню можно попасть и завести тяжелое вооружение или еще что-нибудь просто? А где вход? Вход-то где? Ивановская башня. Вот это и весь вход в этот, в эту башню, который закопан под землю. Какая-то фигня. Еще одна загадка Тульского Кремля. Почему здесь вот такие бойницы, только на этой части стены, а везде вот такие, как на всех Кремлях? Как будто здесь сделали распилы, а здесь забыли. Ну, камни очень красиво уложены, но откуда следы от циркулярных пил на этих камнях?
тебе объяснить не могу. Это бред. Смешно. Надо сидеть на корточках, чтобы стрелять в ноги, что ли. А ты со мной? Ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь, что ты не знаешь.